извините, я хочу сказать несколько слов. Вот из-за того, что многие папы бросают своих детей, мамы вынуждены, просто вынуждены воспитывать их одни. И я хочу поклониться перед вами за то, что вы воспитываете детей. И будущее всех людей, будущее нашей страны зависит именно от вас, от наших детей. Слова Альмиры и Арсения Соловьиновых, музыка Андрея Бученкова. Я невольно его.